Как зовут? Витя. Все, не держишь веревку вообще. Полетели? Фу, дайте сосредоточиться. Очкую, Леха! Леточку. Фу, блядь. Долго у вас так готовятся стоят? Еще по-разному. Так там блин. Да хули делать? Была не была, блядь. Блять, я не могу, сука. Сейчас, Лёха, прыгну. Лови меня. Фу, до веток я не достаю, да, получается? Нет. Бля, вот это пиздец. Это пиздец, Лёха. Ща! Да это просто полный пиздец. А ее вы как скиньте, я да? С тобой будет идти, да. Главное, ты прыгни, я не могу держать ее долго. Все, сейчас прыгаю. Я в любом случае прыгну. Так что лучше закрыть глаза и лететь, да? Ну да, может так. Но лучше, конечно, открой, чтобы все видно было. По пути вниз открою как-нибудь. А пока лучше, сука, закрою. Сука, просто закрою и полечу, нахуй. Да ты чё, нахуй, не пацан, что ли? Туда, да, прыгать? Ага. Ну, блядь. Фу, сука. Раз, два. Блять. Да полетел, хули. Ой, я не могу, вот все, пиздец. Чё говоришь? Давайте запись сначала начнем.